ужасной войны с Россией. Это следствие, не понимая некоторых вещей, европейцам очень тяжело понять, что происходит в Украине. Все пропаганда говорит, что это есть, является гражданская война внутри Украины. Это совершенно не так. Это сделано для того, чтобы отвернуть все внимание от агрессии России, которая захватила уже Крым и пытается захватить часть Украины. Основные опорные точки, да, в этом являются события, которые произошли в Украине в 1932-1933 году. Это случился, Россия организовала Голодомор, после которого погибли, в результате которого погибли около 10, а то и больше миллионов людей. Россия не хочет признавать этот факт. Но я закончу. Но Голодомор стал результатом более 3000 восстаний вот таких маленьких майданов в Украине, когда украинцы не хотели советской власти. Они восставали, были огромные восстания, да, и огромное количество, более 3000 в Украине. И тогда Сталин решил, что надо это все одним махом остановить. И он приказал, чтобы с сел вывезли весь хлеб, и в результате этого 10 миллионов украинцев погибло.